Состояние детей, зараженных энтеровирусной инфекцией, в детском саду «Улыбка» села Китово ухудшилось. Напомним, неделю назад родители привели в детский сад больного ребенка. Воспитатели приняли его в группу, где он пробыл полдня. Он и стал источником распространения энтеровирусной инфекции. Сейчас дети переведены из первой городской больницы в реанимацию ОКБ. Состояние троих детей остается стабильно тяжелым. Они находятся в детской реанимации областной клинической больницы. А состояние одного ребенка за последние сутки улучшилось. И он был переведен в отделение областной детской клинической больницы. Лечение проходит, в общем-то, в плановом порядке, с использованием всех, так сказать, возможных методов лечения. И, так сказать, пока по тем анализам, которые имеются у нас, так сказать, динамики ухудшения состояния нет.